Екатерина Васильева, 23 года, родилась в Балаково. Студентка, блогер и фанат рок-музыки. Жизненное кредо, мысль материальна, мечта воплощаема. Проект «Конкуренция» для меня стал настоящим курсом молодого бойца. Тема третьего задания – мой конек. И подобное интервью я проводила не раз. Но сделать то же самое под пристальным наблюдением камер, как оказалось, очень волнительно. После второго задания было очень приятно получить баллы за свою работу от совершенно незнакомых людей. И сейчас главное для меня не обогнать конкурентов, а оправдать надежды тех, кто за меня болеет. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Я последний раз попробую сложно, и если у меня не получится, то я скажу просто. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.